Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым выпуску. Естафета «Полымя міру» усё бліжэй. У наш регіон яна прыбудзе ўжо ў гэтую сераду. Гомель зноў лепшым. Названы самыя чыстыя і добраўпарадкаваныя гарады пасёлкі Беларусі. Атрымай ляшча. 30 каманд з усёй краіны прынялі ўдзел у спаборніцтвах па лоўлі рыбы. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязным. На низком старте. До удела у других европейских гульнях рыхтуются 35 спортсменов Гомельской области. Споборництвы распочнутся у Минску 21 червеня. У программе 15 видов спорту. Покуль же в нашем регионе завершаются приготовления до сустречи эстафеты «Полымя миру». Подробязностями володы Марина Джалая. Урашистая церемония сустречи «Полымя миру» отбудется 5 червеня в 16 годин 40 хвилин побач с Лядовым палацем. Факел эстафеты будут передавать с рук у руки ведомые спортсмены, деячи культуры и мастацтва. Яскравым финалом гомельского этапу станет концерт, который начнется у 19 годин на площади Ленина. Усяго ж по нашей области эстафета огню будет подорожничать до 10 червеня. Маршрут пройдет праз Жлобин, Мазыр, Туров и Национальный парк Припятский. Далее «Полымя миру» накируется у Минскую область, где 11 червеня эстафету будет принимать Солигорск. В наибуйнейшем мультиспортивном форуме континента примут удел больше за 4000 спортсменов с 50 краин. Яны разыграют 200 комплектов узнагород у 15 видах спорту, а так само лицензии на Олимпиаду 2020 у Токио. Спортсмены Гомельщины выступят у 9 видах. Традиционные виды спорта будут представлены от Гомельщины. Это гребля, это бокс, это борьба вольная, борьба греко-римская, дзюдо, акробатика, велоспорт, легкая атлетика, поэтому мы надеемся на то, что наши спортсмены достойно себя покажут, и они готовы к этому, они к этому подходили. Я надеюсь, что прежде всего им помогут и родные стены, и родная публика. По данных на сегодня, больше как 6 тысяч жихаров нашего региона набыли билеты на другие европейские гульни. Наибольшей популярностью користаются дни их открытия и закрытия. Мы на базе Гомельского облсполкома управления спорта и туризма создали штаб специально, который сегодня помогает желающим ответить на вопрос, где купить билет. Мы сегодня подсказываем непосредственно программную сетку, на какие игры, куда можно поехать, рекомендуем. Если уже мы знаем, что в этих соревнованиях будут принимать участие гомельские спортсмены. А кто не сможет подтримать спортсменов на важных стартах у Минску, мае магчимость долучиться до подей у фан-зоне у Гомеля. Яна будет организованная побач с Лядовым палацем. 21 числа она начнет функционировать. Очень много будет активностей, очень много будет задействовано интересных творческих коллективов, которые будут работать между прямыми включениями и прямыми трансляциями. Фан-зоны будут начинать работать с 10 часов. Европейские гульни – проект, стилизованный под Олимпиаду. Первые гульни прошли 4 года тому у Баку. Тогда гомельские спортсмены завоевали 3 золотые и 3 бронзовые медали. Марина Джале, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель». До речи, у связи с проведением эстафеты «Полымя миру» у Гомеля будет изменен рух транспорту. Завтра у 22 годины до вечера серады закрыют площадь Паустання. У день 5 червеня на некоторый час будут перекрыты частка улицы Советской и площадь Ленина. После 16:30 у этот же день обмежевания для автомобилистов будут дейничать на улицах Мазурова и Хатаевича. С этого дня по 7 червеня в международном автодорожном пункте пропуску «Новая Гута» будет проводиться ремонт дорожного покрытия и обновление дорожной разметки. При проведении работ плануется перекрытие полос для транспортных сродков, в связи с чем частково обмежует дорожный рух. Просьба до автоуладальников уличивать информацию при плановании замежных поездок про белорусско-украинскую мяжу. Протягиваем выпуск. Гомель стал лепшим сярод областных центров по санитарным стане и добраўпарадкаванні. Выники республиканского конкурса обвестило Министерство жилево-коммунальной господарки. Як пераможца, Гомель отримает премию 8 тысяч базовых величинь. По традиции 70% пойдуть на развитие населенного пункта, еще 30% на премирование керовников и работников предприятий, которые занимаются добраўпарадкаванням. На рахунку нашего региона так само еще несколько перемог. Улик лепших у своих категориях увайшли Житковичи, Брагин и Нароуля. Приоритет – питанням безпеки. Мазырский район принял республиканский семинар, присвеченный удосконаленню работы по ахове працы при проведении кормонарыхтовчих и уборочных работ. Подробязности у наших мазырских коллег.
Республиканский семинар собрал больше, як за 150 удельников. Это представники Минсельхозгазхарча, органов державного нагляду и контролю, профсоюза работников агропромыслового комплексу, специалистов по охове працы, транспортной и пожарной безпецы. Формат мероприемства не просто обмен опытом, а демонстрация практичных напрацовок поспяховых предприемств. Наведывание совгазкомбината «Зара» – наглядная инструкция, як треба працавать и зараблять. Это предприемство, якое включая у себе весь вытворчий агропромысловый цикл, раслиноводство, живелогадовлю и реализацию властной продукции у сетки фирменных магазинов. Молоко, яйки, свинина, куратина. Зара – это мазырский харчовый бренд. А кроме заработной платы, якая у середнем складая каля 1000 рублей, работники отримливают додатково натуроплату вырабленной продукции. Ее позбавление – это серьезное покарание для недобросумленного работника. Плюс тут уведено такое понятие, как коллективная отказность. И эта мера вельми дисциплинует. У Рыжцы, по словам директора господарки, дисциплина – это залог поспеху. В первую очередь надо, чтобы было понимание всего коллектива, и чтобы коллектив был готов к трудовой производственной дисциплине, потому что весь результат он основывается именно на дисциплине. Есть дисциплина, значит, все выполняется вовремя, как положено. Ну, и это залог успеха. Нарыхтовать корма – это только полова процессу. Важно заховать до наступного сезона. У Зары летошнее сено выглядает, как свежесобранное. У деятельности предприемства ключевые моменты – это обеспечение пожарной, промысловой, транспортной безопасности. На узброение – могутная сельскохозяйственная техника, якая потребует великой осторожности. Докладное выполнение потребований по охове працы – гарант захованности здоровья и життя работников. Творчая дисциплина – основа основ. С этим згодны и на предприемстве «Мазырские молочные продукты», якое стало другим объектом наведывания удельников республиканского семинара. Тут размещено несколько объектов повышенной небезпеки. У приватности – аммиачно-холодильная установка. У выпадку надзвичайного здарения у потенциальной зоне поражения опынутся больше за 10 тысяч мазыран. Тому на предприемстве питание безопасности находится у приоритете. Пильный контроль обсталявания – сучасная система оповещения, регулярные инструктажи и тренировки. Алгоритм деяния персоналу до приезда профессийных вратовальников регулярно отпрацовывается. Обмен опытом и думками, ознаемление с практичными напрацовками. Подкреслить корыстное, а уже после укоронить это у себе. Задача республиканского семинара. Так как ценность у нас является самым главным, это человек, поэтому мы обязаны соблюдать охрану труда, пожарную безопасность и, естественно, внедрять новые методы и методики, чтобы это происходило у нас на производстве. Поэтому наша задача сегодняшнего мероприятия именно продемонстрировать те достижения, которые имеются у нашей научной среде, которые имеются в производстве и которые показывают, что действительно можно обезопасить все технологические процессы и сохранить жизнь и здоровье людей. Выники республиканского семинара подведены на пленарном посежении. Тут удельники обмерковали работу по створению здоровых и безопасных умов працы у сельской господарцы, меры по снижению травматизму и попереджению несчастных выпадков. Завершилась встреча с узнагороджением переможцев республиканского огляду конкурсу на лепшую организацию работы по охове працы за минулый год. Виктория Синицкая, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мазыр», специально для телерадиокомпании «Гомель». У Гомелі визначили першую прихожуню профсоюзного руху со студентской молоді. Обласний центр прийняв республіканський конкурс грації і артистичного майстерства «Профледі Міцо». Перед знайомством з його удільницями члени жюри і глядачі побачили театралізований пролог поводле романа Михаїла Булгакова «Майстер і Маргарита». 115 лет профсоюзного движения Беларуси студенты решили отметить его именно таким праздничным мероприятием. Поэтому они долго готовились еще до Нового года. Претенденток на корону было 8. Усе будущие юристы, студентки Международного университета МИЦО и его филиалов – Гомельского и Витебского. Прихожуни продемонстрировали майстерство дефиле, интеллектуальные и творческие здольности. По выниках усих конкурсных этапов звание «Профледи МИЦО 2019» отримала гомельская студентка Виктория Навуменко. Вальс, старожитный контрданс, кадриль и полька. У Гомелі пройшов баль православной молоді.
Почалося усе з класіки – французского фігурного вальса. Вогле программа балю включала два танцевальные отделения по 11 выходов. До светской урочистости рыхтавалися на протягу месяца. Разом с тем удельники выучали правила придворного этикету. Несмотря на то, что мы находимся не в 19 веке, все равно очень важно соответствовать бальным нормам и принципам. На балах обсуждали в то время, в 19 веке, все что угодно. Вплоть до различных войн, которые происходили в то времена, до различных сплетен среди участников, которые находились на этом балу. Мы обсуждали наряды девушек и то, сколько же времени надо, чтобы собраться. Удельники балю смогли переконаться, танец сапраўды объединяет. На пляцоўцы люди разных поколений и национальностей. Однако с первыми гуками музыки межи стираются. А некоторые удельники находят на бале себе пару не на один танец, а на все життё. 30 команд з усёй Беларусі прыняли удзел у кубку Гомеля по ловле рыбы методом квівер-тып. Спаборніцтвы проводятся на набережной ракі Сож больш за 10 годов. Кубок Гомеля – это своеасаблівая тренировка перед этапом чемпионата Украины, который отбудется тут праз 2 тыдні. Сярод удельников есть чемпионы Беларуси и свету. Удала супрацьстаяць профессионалам аматары. Дарэчы, асаблівасць гомельскага турніру у тым, што удзел прыняць можа кожны. Поспех у такіх спаборніцтвах залежыць ад зоны, у якой ловіць спартсмен, удачы і, вядома, майстэрства. Ну, лещі ловіцца, хаця, ну, далеко не везде. То есть, есть у нас одна зона там возле Немо, там в основном мелочь ловится. Рыбалка есть рыбалка, тут всегда удача, ну, решает очень многое, но мастерство тоже решает. Рыбаки профессиональные, они уже знают, что делать, как подать там приманку, наживку рыбе, как ее достать, как ее перевести через траву, которая здесь у нас море сейчас выросло. То есть, не просто надо поймать, а надо еще как-то ее вывести оттуда. То есть знания много чего решают. Переможцей Кубка Гомеля 2019 стала команда «Фідер Про» з Мінска. На другім месцы – гродзенскія рыбаловы, на третім – гамельшані з команды «Іва Сельмаш». У індивідуальным заліку перамог Яўген Майскі са сталіцы. Самую вялікую рыбу турніру – ляшча вагой больш за кілаграм 800 грамаў – злавіў спартсмен з Магілёўскай вобласці Яўген Ласякоў. И коротко об надворье. Первый летний тыдень у регионе будет спякотным и амаль без опадков. У день слупки термометров поднимутся до плюс 28, у ночи до 19 тепла. Ближе до конца тыдня чакается повышение температуры до 30 и более. Короткочасовые дожди махчимые у четверг и субботу. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Первые летние дни, помимо теплой погоды, к сожалению, отмечены и целым рядом чрезвычайных происшествий. 1 июня поздно вечером в необорудованном для купания водоеме на проспекте Космонавтов в Гомеле утонула 42-летняя жительница одной из ближайших многоэтажек. Предварительно установлено, что женщина в компании распивала спиртные напитки, затем решила окунуться. Из воды на берег ее вытащили прохожие. Медики констатировали смерть. Похожий случай с утоплением 44-летнего мужчины также произошел в этот день в Хойниках. Хотелось бы в преддверии купального сезона, активного периода отпусков, каникул детских, обратить внимание граждан на то, чтобы неукоснительно выполняли правила и меры безопасности при проведении на воде. Дорога в эти выходные также не прощала ошибок. За два дня 7 человек травмированы, погиб ребенок. В Калинковичском районе около 4 часов утра 34-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz Sprinter и двигаясь по автодороге Бобруйск-Мозырь, граница Украины, столкнулся с грузовиком. Во время движения совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем ЗИЛ. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры, которые не были пристегнуты в автомобиле ремнями безопасности, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в учреждение здравоохранения. А накануне в Житковичском районе примерно в половине 12 ночи 37-летняя женщина-водитель, двигаясь на Рено Меган Сценик по автодороге Минск-Микошевичи, не справилась с управлением, съехала в правый кювет, где совершила наезд на дерево, после чего ее автомобиль опрокинулся. В результате происшествия ее 10-летняя дочь, находившаяся в салоне автомобиля, от полученных травм скончалась на месте еще до прибытия скорой помощи. В автомобиле находился бустер, однако по предварительной информации ребенок в детском удерживающем устройстве не находился и ремнем безопасности пристегнут не был.
К сожалению, спасатели также в эти солнечные дни не остались без работы. Помимо ликвидации пожаров в жилых домах, их помощь потребовалась в тушении воспламенившейся сельхозтехники. В субботу им поступило сообщение о возгорании кормоуборочного комбайна вблизи деревни Фалевича Рогачевского района. К моменту прибытия пожарных комбайн горел открытым пламенем. До прибытия подразделения МЧС водитель попытался самостоятельно потушить пожар при помощи огнетушителей, но безрезультатно. Когда спасатели уже прибыли на место, пожар был полностью ликвидирован подразделениями МЧС. В результате пожара повреждены кабина, шасси и моторный отсек комбайна. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – механическое разрушение гидравлического шланга, в результате чего масло попало на коллектор двигателя и воспламенилось. А на следующий день уже спасатели Гомельского района тушили солому, перевозимую на прицепе возле деревни Новые Дятловичи. Прицеп поврежден, 4 тонны соломы уничтожено. Причина устанавливается. Это все, что мы успели вам рассказать в отведенное время. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. Золото оспорят ВРЗ и столица, бронзу БЧ и ВТН. Состоялись решающие матчи полуфинальных серий чемпионата Беларуси по мини-футболу. Столица Ворша была сильнее ВТН 5-2. Полуфинальное гомельское дерби завершилось победой вагоностроителей. Дисквалификация Жарикова и Колба добавила проблемы без того не обладавшему возможностями для ротации состава главкому железнодорожников Дмитрию Камека. Так что в третьем поединке команда Анатолия Яновского без нервов обыграла обескровленного соперника 3-1 и оформила путевку в финал. Кстати, третий сезон кряду. Противостояние со столицей стартует 6 июня матчем на паркете спорткомплекса «Локомотив». Начало в 17:00. Эта серия продлится до 3 побед одной из команд. БЧ и ВТН начнут борьбу за бронзу днем ранее, 5 июня в Ворше. Это противостояние пойдет до 2 викторий одного из соперников. «Славия» побеждает, а «Гомель» вновь уступает. В чемпионате Беларуси по футболу высшей лиги завершился 10-й тур. Зелено-белые на домашнем газоне уступили борисовскому «Батэ» 0-2. Гости забили по мячу в концовке каждого из таймов. Отличились Стасевич и Скавыш. В таблице «Гомель» 11-й. В следующем туре команде Алексея Меркулова предстоит поединок с еще одним фаворитом чемпионата – брестским «Динамо». Поединок состоится 16 июня. Мозырская «Славия» благодаря точному удару Ануфриева на 33-й минуте в гостях взяла верх над гродненским «Неманом». 15 июня мозыряне играют дома со «Слуцком». В таблице чемпионата «Славия» на 7-м месте. В первой лиге футбольного чемпионата страны позади 8-й тур. Речицкий «Спутник» со счетом 2-0 обыграл микошевичский «Гранит» и поднялся на 2-ю строку в турнирной таблице. Гомельский «Локомотив» проиграл на выезде брестскому «Руху» 1-3 и замыкает квартет лидеров. Светлогорский «Химик» был бит лидой 0-4 и располагается на 11-й строке в таблице чемпионата. Команда Гомельской области выиграла общий зачет чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Состязания проходили на гребном канале в Заславле и были тестовыми ко вторым европейским играм. На второй строке команда столицы, на третьей – Минской области. Параллельно тут же проходило первенство страны среди юниоров. Здесь также не было равных гомельским гребцам. Команда нашего региона возглавила общий зачет соревнований. Далее расположилась дружина Брестской области. Замкнули тройку сильнейших гребцы из Могилевской области. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».